Всем доброго времени суток. С вами канал Бонсай сначала 65. Вот я показывал, как я завязывал мандарин в узел. Вот такой у меня бонсай. Полукаскад будет стиль. Я в прошлый раз его показывал. Вот, узел, видите? Сейчас я буду его пересаживать. Вот такой горшочек себе купил. Такой вот. Золотая осень, или как-то. Называется «Очарование золотая осень». Ну, пластмассы, правда. Ну, что было подходящее, то и купил. Сейчас мы будем вытаскивать его отсюда. Пересадим и снимем заодно лигатурку. Ой, колючка. Это, по-моему, не мандарин, по-моему, апельсин, судя по крылатке. Но он дикий семечко. Крылатка слишком большая для мандарина, мне кажется. Самое интересное здесь, когда я обрезал, там было уперто, упиралось стекло, и здесь он так скривился, вырос лист. Он уже отрос. Помните, здесь я побрезал, почти что не было листочек. Вот они отросли, новые листы дал, подрос немножко. Сейчас я его пересажу, потом сниму лигатуру. Так, приготовим грунт сюда вот сейчас. Грунт, вернее, готов, сейчас засыплю все это дело. Грунт сюда я бросаю, вот там отверстие прожег этим паяльником. Здесь было два отверстия, они не до конца не закрыты были. Я сюда бросаю для подкисления вот такие фисташковые орешки вместо дренажа, вместо камушков. Закрыть, чтобы отверстия эти. И сюда же кидаю вот такие листву засохшие для удобрения получается. А теперь будем засыпать сюда грунт немножко. Подсыпем. Чуть-чуть. Грунт я как для бонсая делал, но сюда я добавляю чуть-чуть больше земли, потому что это все-таки цитрусовый. И на чистом бонсайном грунте, в принципе, я не пробовал, но, в принципе, я такой же чуть-чуть больше добавил. Вот. Сейчас вытащим отсюда. Сейчас я уберу. Проколол. Сейчас отсюда вытряхнем эту очаровашечку. Так. Здесь у меня стоит этот самый маячок. И я сейчас, наверное, его просто разрежу. Чтоб не мучиться. В общем, горшок я так разрезал. Не стал показывать, как резать. Я его не поливал уже. Сухой. И сейчас отсюда вытряхнем его. Этих баночек не жалко. Их полно. После сметаны кефир остается. Это после кефира, вернее. У нас здесь на Сахалине кефир выпускают таких. Баночек тымовский кефир. Не рекламирую. Просто он вкусный. И баночки приходятся. Так, главное не поломать его. Зато удобно оттуда вытаскивать. Так раз, и все, разрезал. Ой, фига он стрельнул. Разрезал, и он там прирос корнями. Вот видите? Все. А этот утиль сырье. Ха, ничего, он сыпанул. Сейчас я здесь приберусь немножко. Немного я отряхну эту старую землю, там она уже, в принципе, совсем уж такая. Чуть-чуточку. Верх снять обязательно, потому что она уже тут выработала себя, как говорится. Сейчас свеженьким насыпем немножко. Сильно тряхать не буду. Чуть-чуть прорежу. Видите, какой корень большой. Его я сейчас обрежу, потому что такой корень уже не нужен центральный. Смотрите. Вот корень этот центральный, я обрезаю. Их тут даже, блин, какой он колючий. Их тут даже, по-моему, два. Вот, сейчас я их обчикаю, чтобы он давал мочковатость. Этот обрезаем вот так. Есть один, второй тоже так. Раз.
Вот, смотрите, он центральный корень дает толстый. Он уже ей не нужен. Хорошие, свеженькие корни у него. Сильно я перетряхать его не буду. Так пойдет, наверное. Даже корень тут еще немножко надо будет дальше отрезать его поглубже. Оп. Вроде все. Ну и все, сейчас мы поставим этот горшочек, примерим. Само то, нифига не само то, надо немножко повыше подсыпать земли еще чуть-чуть. Еще подсыпаем чуть-чуть земли, чтобы был он конкретно уже. Чуть-чуть повыше, чтобы было. Так, здесь глубокий. Здесь можно, я что хотел сделать, может здесь камень поставить, на камне потом его сделать, поднять. Сейчас гляну. Сейчас я в середку вот такой камень положу туда, чтобы у него мочковатость по бокам шла. Для чего я это делаю? Чтобы вот этот низ упирался в камень, а по бокам шли вот эти, как зовут, корни. Зовут их корни. Так, сейчас все центрально еще подрежем там поглубже. И он будет хороший мочковатость развивать. А вот этот мы вырежем центрально практически. Он ветвится будет лучше, и лучше будет развиваться. Так. А теперь надо отсыпать немножко земли. Потому что я лишь карвал из-за камня. Ничего страшного. Сейчас мы это дело оформим. Так, как правильно конус сделать. Так. Короче, вот так. Вот так пойдет. А корни будут наружу. Ой-ой. Уже что-то многовато. Так, сейчас мы попробуем. Вот, само то сейчас. Даже можно, наверное, низ будет. Сейчас я еще подрежу здесь. Пока теребил, весь обсыпался он же. Я здесь корешок еще вырежу, ну как центральный он упирается. Вот, вообще его удалил, короче. Вот так уже пойдет. Так, и мы поставим его. Так, мандарин запах. На угол, вот так, на угол, на уголочек. Чтобы вот эти по бокам свисали два. И чуть, наверное, наклонил такого. Чуть-чуть под наклоном сделаю. Теперь там с краю в землю засыплю еще. И камушек. И он будет, корешки будут упираться в камушек. И по бокам расходиться, отращивать вниз, вот, вот так вот. Еще можно будет подсыпать по бокам корни. Так, чтобы она камушек по центру был. Так уже отлично будет. Все, камушек сейчас по центру стал там. Он убирается, будет упираться в камушки. Сейчас мы здесь его зафиксируем, так засыпем. Аккуратно с боков. Потом мы, конечно, пройдемся палочкой бамбуковой, чтобы... Так, я, наверное, все-таки чуть-чуть наклоню сюда его, вот так. Пусть с наклоном будут. Видите, корешки такие мощные, хорошие, корешки белые. Сейчас мы немножко пройдемся палочкой, выручалочкой. Чтобы туда подбить, где камушек, там пустота между камнями. Просел немножко грунт. Чтобы... Потом я его еще пролью хорошо, конечно.
Ставлю в тазик, пролью. Просишь. Еще немножко поболеет, приживется. Так, сейчас еще подсыпем грунта немножко, чтобы скрыть палочку. Чтобы скрыть корешки не наружу, чтобы были. А камень, я сказал, чтобы это развивалось, мочковатость у него. Ну, в общем, это, чтобы центральный не шел, всегда же центральный, чтобы он в сторону шел, как бы мочка, упираться будет в камень. Когда он упирается, вот смотрите, в дно, он так по кругу дна формируется центральный корень. Это сеянец, семечко. Я только не помню, мандарин это или апельсин, я что-то садил, а вот я чисто для бонсая его садил. Может, потом будешь превью. Но вот хочу с мандарина вот такой вот необычный бонсай с узлом сделал. Не знаю, как он вот дальше себя вести. Мандарин, апельсин. Судя по крылатке, все-таки на апельсин похож. Ну, цитрусы, в общем. У нас на Сахалине холодно, на всем-то, может, не знаю, а вот у нас именно в Поронайске холодно. 7, 8, 9 градусов по утрам. В Татарске, ой, Татарске, хотел сказать, это Охотское море льдами, говорит, забило там все. И стоит неимоверный холод. Северный, потому что здесь тут Тихий океан, а он не теплый. И это вам не Черное море. Так, в общем, вот так пересадочку я сделал. Сейчас мы это все уберу и снимем лигатурочку. Так, вот сейчас лигатуру мы будем снимать, посмотрим, как еще снимать с нее. Попробую так вытащить, но не знаю. Он уже, наверное, затверденел. В принципе, ствол такой темно-зеленый уже. По идее, он уже должен... А когда же надо по видео посмотреть, когда я ставил лигатуру, завязывал узел. Я же не помню что-то. Ну, по крайней мере, больше месяца. Как раз весной я делал что-то. Так. Вот он как раз склонится. Лигатуру уже снимать надо, иначе перетяжка будет. Сейчас они в рост. Ну, в рост у нас сейчас не... У меня лишь ничего в рост не пошло. Потому что погода стоит холодно, и они не растут ничего. Это вот тот дома стоит у него. Немножко отросла. Так, вот здесь. А здесь, здесь. Надо что-то предпринять, чтобы он... Проволока тоже гнется. Проволока медная наложена. Так, а здесь уже я буду раскусывать, потому что там, иначе я его поломаю. Так, вот раз, я говорю, чтобы вытаскивать, покажу, как. Раскусываешь, иначе, чтобы не навредить нашему, ух ты, коломандинчику, мы будем эту проволоку выкусывать частями. Так, раз. Кстати, медную проволоку можно сюда кинуть. Она будет окисляться и давать медный купорос. Чтобы сикарашки не заводили всякие букарашки. Так, и дальше погнали. Так. Узел уже схватился, как говорится, ему. О, он уже врос тут. Уже, видите, начал вырастать. Ствол рос уже. Вот передавило стволик, уже видно, что здесь вот проволок. Уже врос в проволоку. В
проволок, в соли, хотел сказать, проволок. Так, и сейчас мы это дело здесь тоже раскусим, чтобы не мучиться. Все. Вот так мы сняли проволоку отсюда. Вот и все. И узел остался, как видите. Здесь он будет давать почки, когда созреет. Я специально его наклонил, чтобы он был полукаскадный у меня. Поэтому, возможно, может отсюда. Ну да, в принципе. Можно было бы, в принципе, его выровнять, но... Выровнять. Так, чуть приподнять надо немножко. Я, наверное, сюда еще положу сейчас камушек. Наверное, вот так. А не, не, в принципе, не надо сейчас. Утрамбую туда. И моя палочка. Мучалочка. Так. Немножко подыму вот так. Сюда садить надо и поднять. Что-то он так не очень смотрится как-то. Так будет красивее. Во. Точно. Сейчас я протрамбую там немножко. Вот так. Так он будет получше смотреться. Что-то наклоненно не очень смотрится. Так, вот и все. А эти корешки не отсохнут, их не, не обязательно их заглублять так глубоко. Чуть-чуть приподнимется, ничего страшного. Здесь столик тоже. Мы же подцепим, да, вот так. Земля такая, она рыхлая. Тут все есть для жизни ему. В общем, вот так это. Вот такой вот у меня получился золотая осень. Вот такой вот у меня получился. Ну, при бонсайчик выращиваю, бонсай будет. А я уж не помню, сколько ему год, что ли. Тут столик. Или два уже. Два, по-моему, потому что поточнее столик. Два годика. Вот, видите, врезался он это. Проволочка сюда врезалась. Вот этого допускать нельзя. Вот так даже красивее столик будет смотреться. Конечно, это не... Это что такое? Не рекомендуется. Ну, в общем, вот такой вот получился у меня мандарин, полукаскад, мандарин или апельсин, ну, в общем, цитрусовый, бонсай, или бонсай из цитруса, будем так говорить, полукаскад, и особенно узел. Тут самая фишка – это узел. Видите, как у него стол получается? Сюда, сюда, весь изогнутый. Эти ветки тоже я специально так скрутил, их загнул практически все. Если он их не отсушит, у них же еще мания отсушивает. Не нравятся ветки, они их отсушивают. Ну, не отсушит, хорошо. Если даже отсушит, будет это узел центральный. Это вряд ли отсушит, это центральный провод. Но пока что нет. Вот тут листья эти новые, какие выросли большие на это. Он хороший. Знаете, поэтому вроде он рос. Сейчас поставлю. Он у меня стоит дома, я его сейчас на ложе вынесу. Ну там холодно, там 12 градусов где-то так. Опускается. 15, 12, 14. Солнца вообще нет. Ну всем все пока-пока. С вами был канал Бонсай сначала 65. Заходите на мой канал. Смотрите, как я занимаюсь. Может, с чего можно бонсай сделать. Пожалуйста, вот с такой вот вот. Цитруса можно себе для души такое сделать бонсай. А особенно завязать его в узел. Вот я показывал, как завязывать. Берите, делайте. Симпатично получается. Просто не то, что это не симпатично, я имею в виду то, что это никто не делает. Вот чему. Это даже, конечно, бонсай такого не делаю. Но я захотел вот так именно сделать. Показать, что дерево можно буквально завязать в узел. Когда оно, ствол это крепнет, и он будет смотреться вообще классно. Дерево, завязанное в узел, оно это все это утолщится, все это отрастет, и будет прекрасно смотреться. Все, пока-пока. С вами канал был Бонсай 65. Ой, Бонсай сначала 65. Все.
Всем добра, счастья, удачи.